В Киеве обстреляли авто и похитили водителя. Инцидент произошел сегодня ночью на бульваре Перова. По словам свидетелей, неизвестные произвели несколько выстрелов, битами разбили стекла, избили водителя, а затем вместе с потерпевшим скрылись с места происшествия. Мы обратились за комментариями к правоохранителям, но в полиции говорить на камеру отказались. А на сайте сообщили, пострадавший это киевлянин 1995 года рождения. Его якобы удалось найти, но писать заявление в полицию он отказывается.